Мы приехали в Плёс. Это такой город. Тоже старый, типа Суздаля, но о нем мало кто что знает. Вот такая красота тут еще живая. Классное место. Безусловно, так строили. Типа крепость. Ну, конечно. Льняные ряды. А все фазоинверторы пытаются залепить часами, как будто без них никак. А там Волга. В общем, красота. Приезжайте в Плёс, он того стоит. Люди знают, что делать из льна. Просто прям захотел купить СМЕРШ. Класс. О, СССР. Прикольно. Зелененький цвет. Мой любимый. Надо что-то прикупить. Из мешка. Вот в советское время мешки для сахара были. Цена 14 500. Вот кто хочет, можно из мешков для сахара начать шить. Ну да, вот я купил штанишки 4000. Вот меня, конечно, радует. Вот кто-то помнит, как в 1468 году через Плёс в Персию и Индию. Он что, с Архангельска шел, что ли? За молитву, ой, вот это вообще херня. Ой, достала. Отпустили меня добровольно. И на Плёсу приехал с 7 добровольно. В Плёс добровольно, в хер ты приедешь. Он что, через Северный полюс в Индию шел? А вот еще, смотри, в 11 году. Ой, нахер. Маленькая Греция была, представляешь? Так строили. Без колонн никак. Малый, угу. В шестом зале. Ага, мышь белая. Я в проекте, кстати, дом. Просто греческий портик, а не церковь. Так строили.
такой поступок, бедный одинокий. Люди, вот покупайте льняные штанишки 3800. В Блёсе. Дешево и сердито. Кино. Маленькое такое кино. Классные домики. Приезжайте в Плёс, он того стоит.